Цены на социально значимые товары находятся на контроле. Так, в городе созданы 10 рабочих групп, занимающихся мониторингом соблюдения размера предельной торговой надбавки. И сегодня была проверена работа ряда торговых объектов. Подробности далее. 19 товаров, имеющих социальное значение, должны продаваться с наценкой более чем 15%. К числу таких товаров относятся хлеб, молоко, мука, сахар, рис, макаронные изделия и другие продукты, которые потребляются населением ежедневно. Социальные товары и так далее. Дешевый сегмент у нас на подонок. И основная витрина вот за вами получается. Специфически нет, да, у вас? Это нет, это банк. Да, конечно, за большое количество. Владельцы магазинов, необоснованно завышающие их цены, будут привлечены к административной ответственности. И если вы заметили, что стоимость социально значимых продуктов выросла, вы можете оставить жалобу. В случае мониторинга, то есть если гражданин выявляет нарушение в магазине на превышение стоимости более 15%, он имеет право обратиться в Акимат с соответствующими документами, это чеки, товарные, фискальные, и написать заявление на данный магазин. Только что мы посетили два объекта, и каковы результаты? Мы посетили два объекта, мы посмотрели супермаркет «Дина», мы посмотрели супермаркет «Анвар». Мы видим, что ценообразование в данных супермаркетах соответствует нормам. Вот. По всем продуктам соответствует нормам, да. Сегодняшний рейд показывает, что две торговые сети, которые мы посетили, поддерживают средние цены на продукты питания. Эта работа будет продолжаться. Следует отметить, что в магазинах для потребителя должна быть вывешена памятка с перечнем продуктов, относящихся к социально значимым. Жасан Жалбаков, Душан Жасланов, телеканал Актобе.